кратко, кто мы. Эксперты решения Верный РФ. Есть еще у нас организации по туризму «Родные края». Есть компании проектировщиков, которые помогают нам в этом вопросе. Есть несколько свидетельств аккредитации Лиги караванеров, Торгово-промышленной палаты, других. Соответственно, сразу проговорю, что еще у нас в анонсе, что у нас предстоит. Сегодня у нас с вами первый вебинар, вводный. Расскажем про многообразие программ развития туризма на бизнес-объекты и на инфраструктуру. То есть пробежимся по всем программам мы сегодня с вами кратко, без значительного погружения в детали. А вот уже описание деталей программ конкретных, да, оно будет у нас на следующих вебинарах в зависимости от того, кого что интересует. Да. Кого-то интересует аграрный туризм, да, кому-то аграрная тематика неинтересна. Да. Следующий вебинар у нас будет 10 апреля, второй, соответственно, будет речь про грантовую программу бывшего Ростуризма, который сейчас Минэкономразвития наследовал, да, касается кемпингов, глэмпингов, автокемпингов. Соответственно, потом через два дня, 12 апреля, у нас с вами третий вебинар по программам Ростуризма, их несколько, да, не касающихся кемпингов, глэмпингов. Соответственно, там коллеги будут рассказывать про приобретение оборудования, инвентаря, создание путеводителей, в том числе электронных, строительство бассейнов и круглогодичное их функционирование, про инфраструктуру немножко, про благоустройство пляжей, детских игровых зон и так далее, и так далее, про финансирование Ростуризма, Минэкономразвития, национальных маршрутов. Это у нас будет 12 апреля. Следующий, четвертый вебинар, он будет посвящен аграрно-туристической тематике. 14 апреля пойдет в основном речь про грант, так называемый агротуризм. Да? Это сочетание фермерской деятельности, выращивания откорма и гостеприимства, приема, размещения, благоустройства, кормежки и развлечения туристов. Да? Также мы предлагаем тоже вашему вниманию, довольно популярный был видеокурс «Как посчитать самому экономику». Да? То есть у нас есть шаблон в Excel финансовой модели. Соответственно, мы можем его просто, что называется, вам продать. Да? Он недорогой, 1500 рублей стоит, в которых вы можете сами попланировать свой проект. Вот, для тех, кому сложно с Excel, с моделированием, с расчетами экономики, да, мы проводим платный видеокурс «Как рассчитать экономику, доходы, расходы, прибыль, окупаемость в этом проекте». Соответственно, пока группа формируется, дата еще не назначена, посмотрим, в апреле или в мае это будет. Соответственно, в зависимости от того, из какого направления будут желающие, по какой тематике, да, он будет посвящен либо туризму без аграрной темы, либо аграрному, например, туризму. Можем провести два отдельных вебинара, видеокурса. Это уже по вашему желанию. Также есть у нас компетентные люди в гости автокемпингов, которые знают хорошо, как по европейским стандартам делаются питчи, автокемпинги, как все это размещают. То есть можем организовать с их участием. Соответственно, все анонсы, вебинары, все ссылки, описание, цены, регистрация и особенности, они, как вы уже знаете, на страничке нашего сайта «Решение Верный РФ Вебинарс». И вот, например, прямая ссылочка. Так, а сейчас мы идем непосредственно к теме нашего сегодняшнего. Да? То есть я постараюсь сегодня за ближайшие час-полтора раскрыть вопрос, какие есть программы финансирования туризма в части бизнес-объектов, доходных объектов, ну, то есть, которые приносят деньги впрямую от сдачи за сутки или, скажем, от проката или от среднего чека на питание, на услуги, на, может быть, какой-то контент развлекательный, может быть, этнокультурный, там, краеведческий, да, какой-то этнографический. А также про объекты, которые, может быть, впрямую денег не приносят. Ну, то есть редко удается продать стоимость, что называется, санузла, да, но с санузлом это совсем.